Інтерактивні занятки, гульні і лекції на тему здорового ладу життя проведуть волонтерські отради для столичних учнів. Проект під назвою «На шляху до моцного здоров'я» стартував сьогодні у Мінську. Доброахвотники, студенти столичного медицинського університету і училища Олімпійського резерву підрихтували презентації, представлення на теми спортивної загартовки, правильного харчування, а так само профілактики різних захворювань. Данный проект, он рассчитан главным образом на учащихся школ, студентов, также на педагогов и родителей, поскольку только совместными усилиями мы можем достичь главной общей цели – повышения уровня здоровья как конкретного человека, так и общества в целом. У нас имеются волонтерские отряды, которые оказывают волонтерскую помощь по различным профилактическим направлениям. Это наши студенты под контролем преподавателей. Это будут и лекции, это будут и интерактивные площадки, это будут игры, различные семинары. Наши выпускники будут заниматься вопросами общественного здоровья. Это важная работа в профилактической медицине, предотвращение заболеваний. Можно сказать, что мы будущая основа медицины, и поэтому вот именно эта волонтерская работа для нас является особенно важной. До этого у нас такого не было. Мы приобретали только теоретические знания. А сейчас, как лечебный факультет на практике делает операции, занимается сестринской практикой, медико-профилактический факультет приобретает опыт общения с молодыми людьми. Проекты будут ладить у разных навушальных установок столицы, продолжится он до конца года.